Привет! Баба Вера опять с вами. И опять я выполняю ваши просьбы. Очень много просьб. Бабушка, ну просто не успеваю. Просто не успеваю. Мне по 10 штук в день, что ли, выставляют? А нет, это много. Я просто, сука, не выдержу. У меня 2 получается. Ну, иногда могу... Так, знаете, с запасом сегодня отсняла, завтра смонтировала 3. Но столько никак не получается. Наверное, надо аппаратуру помощнее. Ну, знаете, если, наверное, после 1 000 000 подписчиков я что-то буду думать. Или нет? Или не надо? Ну так, все равно ж, видите, приобретаю. То себе наушники купила, вот мне захотелось. То есть и такие, вы видели, есть и это. Ну, захотелось такие, легенькие какие. Бабушки голова не держит. Предлагали мне такие беспроводные, но могу танцевать пойти. Так хоть немножко сдерживаюсь. Вы ж пишете, у бабушки крыша поехала. Ну, а также в проводок этот придерживает, вы ж понимаете. А сегодня у нас Аня Лорак, твоей любимой. Твоей любимой, не моей. Ну что, поехали. Ну, вы поняли. Не, клипа нету. Сложно так без тебя. Тоже, если не ты, сможет помочь. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Почерком писал «люблю». Каждый миг, как первый раз, я в поцелуях, как с тобою ловлю. Больше нет сил не ждать, сложно так без тебя. Тоже, если не ты, сможет помочь. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Хочу я быть твоей любимой и просыпаться с тобой рядом. Может, характер мой ранимый, а может, ты влюбилась в правду. Всегда на высоте. Она мне так нравится. И голос ее, и стиль ее, и все, и исполнение, и песня такая классная. Молодец. Вообще. Вот мне нравится. Вот хочется, чего-то не хватало. А чего не хватало? Мощи. Надо было на 2 колонки поставить большие, включить и слушать. Наверное, на карантине засиделась. Знаете, тянет на подвиги. О, самоизоляция довела человека, видите? О.
Ну, песня красивая, такая нежная, в общем, такая классная. Вот тут уж ничего не скажешь. Мне очень понравилось, очень ее исполнение, и качество записи. И, ну, и поет она так вот очень откровенно, проникновенно, с такой, знаете, глубиной. Вот, ну, вы на высоком уровне, на высоком. Вот есть же талант у человека. Очень, очень интересно ее слушать. Певица так с большой буквы, можно сказать. Очень понравилась мне. Так что успехов тебе, Аня. Успехов и успехов. Ну, а мы так держать, продолжай в том же духе, а мы ждем новых песен твоих, новых клипов. Так что пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.